Мы с вами наконец-то дождались видеоверсии концерта, который был записан 4 июня в Москве в музыкальном клубе «Магнус Локус». Вместе с Дианой Анкудиновой тогда выступил создатель проекта «Музлофт», певец, артист и замечательный шоумен Стас Ярушин. Сегодня мы посмотрим фрагмент этого концерта, а именно «Попурри» в исполнении Дианы Анкудиновой. А сейчас давайте красивые песни, погнали, погнали, подряд! Синий-синий-ини, окна провода, в небе темно-синим синяя звезда. Мечту мою, лишь она одна мне нужна. Ты ветер знаешь все, ты скажешь мне. Она, она, где она? Поем все вместе. Синий-синий-ини, синий-синий-ини. Умеет все-таки Диана зажигать на сцене, не правда ли? Синий-синий-ини, 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 синий-синий. Просто хочется взять и пуститься в пляс. Troubles getting down by my mama. Я на Багамах побывала, позапрошлый год. Веселый тут живет народ. Кругом такое не расскажешь вслух. Такое аж захватывает дух. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money will be funny in the rich man's world. На самом деле, я искренне завидую тем людям, кто увидел это вживую своими глазами. Мне кажется, это дорогого стоит. Концерт просто прекрасен. Ссылку на него я оставлю в описании к ролику. Действительно, чего ты стоишь? Сейчас нужна будет ваша помощь. Вы готовы петь со мной? Да, да, Диана! И снова седая ночь. Ну, это просто шедевр, друзья. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. О, Стас подключился. Но даже ты в ночь не можешь жить, темнота твоя. Мне что? И
просто поражаюсь, как у нее хватает на все это голоса без каких-либо пауз, без передышек. На самом деле, мне кажется, это очень сложно. Какая энергетика, какая мощь, просто невероятно. Я думаю, вы уже поняли, почему я заблюрил это из-за авторских прав, чтобы видео не заблокировали. Так что не обессудьте и посмотрите в оригинале, не пожалеете. Немного тебе со стеклом. Морозы! Вхожу в эти двери, словно в сад. Знаете текст, нет? Я тоже. Стас молодец, поддерживает Диану всячески. У него тоже отличный голос, обожаю его творчество, кстати. А вам нравится? Напишите в комментариях. Нет. Я и так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов балкон и поют со мной. Раз, два, три. Защитные шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых, а люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать где? Холодного сини-сини-ини. Знаете, еще очень хочется, чтобы Стас и Диана еще как минимум собрались несколько раз. Была информация, что якобы будет записан концерт именно с советскими песнями. Мне бы было очень интересно послушать, если это, конечно, действительно не слух, если это правда. Кстати, напишите об этом тоже в комментариях. Может быть, вы знаете какие-то подробности, но было бы действительно очень интересно. Браво! Какие же большие-большие молодцы!